В детском садике села Сычавка накануне Нового года состоялся детский утренник. Сами ребята с нетерпением ждали этого праздника и очень хорошо к нему подготовились. Каждый пришел в костюме того или иного сказочного героя. Здесь и Красная Шапочка, и принцесса, и Снежинка, и Снеговичок, и девочка Мальвина с голубыми волосами из сказки Буратино, и даже пират. Новогодние утренники начались в Сычавском детском садике 26 декабря. Активное участие в их подготовке принимали родители. Дуже казкові гарні були костюми. Всі, майже батьки всі були. Ігри були. Вручалися під кінець ранків подарунки, які закупила нам сільська голова Валентина Дмитрівна. Многие из родителей приняли участие в конкурсе «Лучшее новогоднее украшение». Всего 64 семьи. Две лучшие поделки «Новогодняя картина» и «Новогодняя елочка» были отправлены для участия в районном конкурсе. Детскому саду всегда оказывает поддержку депутат Одесского облсовета Олег Кутателадзе. Отметим, что Олег Джумберович помогает этому дошкольному учреждению уже давно и всегда является самым почетным его гостем. В этом году он предоставил подарки для победителей конкурса на «Лучшее новогоднее». Украшення. Ми змогли за перші три місця, тобто 12 призів, вручити прекрасні їм такі на згадку гарні чайники електричні. Жюрі конкурсу определило трьох победителей. Перше місце за ялинка і шишок отримує сім'я Черяновських. Друге місце за білосніжна красуня отримує сім'я Плішкових. І третє місце за таку гарну композицію отримує сім'я Дем'яненко. Заведующая детского сада Галина Янишина от имени Олега Кутателадзе вручила победителям призы. Будь ласка. Нехай чайник вам нагадує про спасибо дитинство ваших дітей, внуків.